Приветствую всех на пасеке Бериел. И сегодня мы поговорим о рабине псевдоакации, в общеупотребительном языке ошибочно называемой белой акацией. Само растение происходит из широт Северной Америки, но уже крепко инвазирует во многих регионах планеты с умеренным климатом. У нас рабиня свое распространение получила в целях устройства ветрозащитных полос, но быстро адаптировалась и стала одним из сильнейших весенних медоносов для пчел. Не всегда погода позволяет получать акациевый мед, но при благоприятных условиях рабиня способна выделить от 300 до 700 кг нектара с 1 гектара растений. Если понаблюдать, то можно заметить, как пчелы подолгу задерживаются у цветка, дабы насытиться нектаром сполна. Акациевый мед обладает тонким ароматом, в его составе преобладает фруктоза. А также данный сорт считается самым гипоаллергенным и, видимо, из-за всего вышеперечисленного, одним из самых популярных сортов.